космической станции МИР находится в космосе 11 лет. 11 лет спустя, 12 июня 1997 года, был притворен в жизнь совместный проект создания Ойра-МИР между Европой и Россией. Тем самым проект Ойра-МИР служит гарантом для успешного будущего интернационального сотрудничества и взаимопонимания между народами. Данная работа должна открыть новые пути для исследования космического пространства и изучения жизненных условий в космосе для людей будущего. Мы не можем управлять будущим, но мы должны быть к нему готовы. Проект Ойра-МИР.
надежный, Олег Ильич, но мы должны быть к нему готовы. Проект «Пойромир».